Всем привет. Да, я скажу. Да, сейчас скажешь, подожди. Вот у нас Илюша, он не может, он спокойно жить, без косяков. Он, ему надо обязательно косячить. И вот что он сделал. Чуваки, короче, всем привет. Сегодня мы идем, покупаем красочку, потому что я вчера вляпал свои кроссовки прямо в синюю краску. Это было жестко, короче. Они у меня теперь просто там огромное пятно, короче, прям. И это выглядит просто так ущербно. Мы сейчас посмотрели видосы в интернете, как перекрасить там все такое. Сейчас попробуем на старых кроссовочках сначала. Ну и узнаем, что выйдет. Поэтому смотрите. Да, смотрите, смотрите. Как Илюша косячит. А вляпался он в такую вот голубую краску. Ну, чем подъезд красить? В нее он и вляпался. Мы идем сейчас покупать краску в баллоне. В баллоне, да, Серёг? У Ильи серые кроссовки. Надеемся, что там будет серая краска. Серебряная. Серая она некрасивая будет. Серая некрасивая, серебряная. Зато она будет естественная. А серебряная как раз будет неестественно. Короче, мы, походу, не сойдемся. Серебряная, золотое не помню. Нет. Мы идем в подарки. Только там продается краска. Вот краска. 250 рублей баллон. Я ему говорю, что надо покупать вот этот темно-серый цвет. А серый по самому как-то, блин, некрасиво будет. А золотой стон блестеть да? Красным будет. То есть ты когда покупал кроссовки, серый было красиво, а сейчас вдруг некрасиво? Я тебе еще раз говорю, нет. Нет, это будет краска, нет, это будет я говорю, херню страдать, он хочет вот эту золотую. Ну, золотой будет вообще нет, офигенно. Нет, не будет. Короче, мы спорили. Красные спортивки золотые просто вообще идеально смотрятся. Куда пошел? А, из картошки. Она, правда, дала какую-то фигню, я не знаю. Короче, мы спорили. Отваливаться. Эй! Шик не попробовал. Только не в меня. Шипит, шипит. Нет, дай мне надо сюда. Надо просто сболтнуть. Оно почему-то не присоединяется к этой фигне. А так и было? Да. Сболтни сначала. Сболтни. Вот, видишь, нормально шипит. Сейчас еще тебе будем перекрасить. Твою мать, я никуда с ним не прыгнула. Не, не попала ни с ним. Вот-вот, пшикает, видишь, нормально все. Где нормально-то? Ни хера она не... А, вот что-то пшикает. Ладно, давай, фиг с тобой, уже все равно говно. Вот, видишь, золото такое вот. Да, вижу. Угу, отлично. Просто придется побольше слоя наносить. Я, главное, на себя не пшикнула. А ты не вытрешь а сразу? А вот сюда пшикнула. Вытри, пожалуйста. Ладно. Смотри, она что-то это, проливается, что ли? Нет, это просто точно шикарно. Будем это делать на балконе, понял? Ой, короче, Илья, это, знаете, вот есть люди, у которых есть вкус, да? А есть Илья. Вот. А есть те, у которых да. Еще нет вкуса. Угу. Вот, да, у кого их нету. Его вкус. Илья это мега вкус. Свой вкус, свой стайл. Да, да. Тебе надо в Америке жить. Там твой стайл поняли бы, а здесь навряд ли. Он хочет серые кроссовки перекрасить золотым цветом. Золотым. Мы с ним в магазине стояли. Серых кроссовок. Мы с ним в магазине стояли и спорили полчаса. Там уже продавщица, наверное, просто тихо тащилась от нас. Я говорю ему, что кроссовки серые, поэтому надо перекрашивать в серый. А он мне говорит, ой, да это скучно. Я хочу золотой. Блин, это вообще там есть. Еще и капнули мне на ветровку, блин. Ты сама капнула. Я сейчас втащу тебе еще. Взял какую-то краску, блин, и она не эта. Так она сама так не дала. Ну так надо было поменять, значит. О, боже мой. А это все говорит о том, что... Это потому, что это не то, что надо. Ладно, идем домой. Так. Да, надо все аккуратно. Сначала запендюрить малярным скотчем. Все, что ты не будешь красить. Да я вот и стараюсь запендюрить аккуратно. Только... Больше сейчас будешь ковыряться с малярным скотчем, чем это. Да. Угу. Да, сынок? Давай покажем, подожди на секундочку, можно? Подожди, да. Вот Илюшины кроссовки, вот как он вляпался. Видите? То есть нам нужно закрасить... Все вот это вот в золотой цвет, как Илюша хочет. Вот. Кроссовки за 9500. Вляпался. Все. Пожалуйста, можешь дальше заклеивать. А я, кстати, когда вляпался вот это в красную краску, ну, когда у нас вот этот стул сожгли, я нормально от этого...
Не знаю, я там сидел 2 часа. Оттерла красную краску. Я там, блин, всю шумок перепробовал. Не знаю. Ну не до такой же степени. Ты сейчас вообще ткань порвешь. Не просто. Зачем прям ножницы? Мне не надо уже. Так, у меня есть вот старые кроссовки. Не помню, как они там называются. Короче, тканевые тоже. Да. Мы решили, ну я их приготовила для дачи. На даче ходить. На даче все равно в чем. А это, кстати, не адидасовский, нет? Нет, это паленый. А, паленый адидас. Ну, короче, неважно. Вот. Мы сначала попробуем эту золотую краску пшикануть на них. Ты хотя бы головой-то не сильно, а то ж не видно ничего, что ты там делаешь. Ну, потому что я каждый миллиметр проделал. Каждый миллиметр он делает. Тут прям вообще прям мега хорошо было. Здесь скотч не приклеился почему-то. Да ладно, господи, Илья. То, что там не приклеится, и бог с ним. Я хочу, чтобы все красиво было. Чтобы у меня золотые были они. Они у тебя и так будут золотые. Да, вместе с подошвой. Ну, это ты как покрасишь. Это я как скотч наклею, не как покрасишь. Покрашу. Смотрите, какую я мороженку купила. Пломбир Best Up. Best Ear. Короче, арбуз дыня. Тоже. Илюша один кроссовочек сделал, теперь сидит кушает. Я его не сделал. Еще не доделал? Да. 2/3 как это чуть-чуть. Самое сложное просто там. Ты когда так сидишь, ты прям горбатишься. Верно, не смею. Тебе какой больше нравится, арбуз, дыня? А я дыню еще не попробовал. И? Арбуз вкуснее. Арбуз? Так, еще каких-то 5 часов. И один кроссовок будет готов. Второй, если что, он еще даже не начинал. Он его так обклеивает, как будто я не знаю, что сейчас будет. Операция И. Да? Илюш? Снимать, начинать. Да. Готовимся к покраске кроссовок. Подожди, да. Вот давай на этом потренируемся. Только старайся его сразу не засрать. Я хоть и на дачу буду не входить, но все же. Нет, тут. И против ветра не это. Нормально вот на том, а на ткань, видишь, она по-другому. Она еще течет. Не, нельзя так, Илья. А подожди, притормози. Она должна быть, краска должна быть прямо. А как мне прямо? Тебе нужно либо присесть на корточки, либо что-то пониже должно быть. Я могу. Ну, поехали. Сейчас еще есть. Чуть дальше от этого. Но он должен быть прямо. Да, понежнее. Потом, если что, лучше еще слой положить.
был серый кроссовок, стал золотым. Посмотрим. Да я же тебе еще раз говорю, если не останется, я больше тебе не дам денег. Да я понял, ты все. Ты уже все закрасил. Закрасил, да, все. Все. Теперь надо, чтобы чуть-чуть подсох аккуратнее. Подожди, надо сначала ой, приготовить. Смотри, какой. У меня есть кусок газеты, подожди. Надо... Балкон закрыть. Ой, только этот, штатив возьми. Заведи домой штатив. Ну, все. Один мы покрасили. Да. Сейчас. Он пролилось там, он теперь будет как сбрызгивание. О, точно, как сбрызгивание. Да ладно, мы сейчас он чуть-чуть подсохнет. А, мы сотрем, короче, этим капельку. Скотч, да скотч оторвешь, и все, и ничего там не будет. Не, все если будет что-то окей. Останется, то можно этим, как его, клаком. Ну, да, да, можно. Потому что вот этот стирается, это ткань не стирается. Да, да. Блин. Вот он золотой кроссовок. Мама. Да. А тут на этом кроссовке еще вот здесь стоят. А, ну хотя это за цветами не видно. Блин, я смотрю, опять весь кроссовок видно сейчас. Ну, Илюш, подожди, пожалуйста. Я пытаюсь тут показать, а мне телефон нифига не показывает. Я не пойму, почему. Потом, сейчас он чуть-чуть подсохнет, мы отдерем скотч и покажем, что получилось. Мы отклеиваем скотч. Ну, чуть-чуть. Терпение. Да чуть-чуть это вообще ничего. Нет, потому что она потом сотрется, затрется. Ага, это во-первых. Выглядит, кстати, офигенно. Тебе нравится? Вообще тут просто идеально. Блин, это прям вообще... Давай, отклеивай, блин. Офигенно, слушай. Блин, ну под отрубок. Это вообще фигня. Да. А вот тут будет жопа, если отлетаю. Аккуратнее просто. Она еще не подсохла. Там. Ну там не отклеивай, я не знаю. Да сейчас отклеивай. Сейчас уже начали. Просто поосторожнее стараться. Ну тут мне повезло. Блин, как это выглядит тупо. И что ты так кидаешь? Куда мы потом это будем ставить? Пакет. Блин, да, Рио, если золото оттереть, оно выглядит прям идеально, Рио. Просто. Блин, просто. Четко, да? Вообще, ты просто посмотри. Я вижу все, Илья. Блин, уж в магазине такие продавали, такие купил. Так, теперь надеемся, что там тоже. Ну, короче, я понял, здесь надо побольше. Ну, ты же еще не доснимал. Так, идем докрашивать первый и красить второй. Так, ты в тапочках? Нет, так. Ну, я сначала думаю, старый докрасить. Да, да. Пшикани пару раз, много не трать. А перчатки? Да, забыл. Так, это второй. Ну, тут я везде прокрашу. Потом с другой стороны ты красил? Да. Уже покрасил? Да. Много не надо. От того, что много, лучше оставь краску. Может там где-то подсотрется, где-то что-то. Ты здесь все прошелся, да? Нет, вот. Так, сейчас посмотрим. Так, тут прошелся. Так. Ага. Все ж, да? Краска так воняет. А еще что делать с тазом? Оставить. Прям на будущую покраску. Чепушу. Да вам придет второй свой день, я уже понял. Почему? Оно одним стоит не обходится. Почему так думаешь? Оно одним не обходится. Почему? Что этот, что тот. Посмотрим. Не, ну, выглядит, ну, ничего так, без потерь.
Что, пришли заценить кроссовки? Да. Ну и как? Классно. Кроссовки цыганы. Чтобы цыган в районе. Да, они пришли просто посмотреть на золотые кроссовки.